Добро пожаловать на канал Hardrest Info. Сегодня вам покажу, как на телефоне LG V40 Think включить режим энергосбережения. Входим в настройки, общее, аккумулятор, энергосбережение. Можем выбрать расширенный режим или же самый хороший для сохранения аккумулятора, это максимум. Выберем максимум. Если у вас осталось совсем мало заряда, то советую выбирать именно этот режим, так как он сохраняет батарею лучше всего. Вот, собственно, и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До новых встреч!